Добрый день, с вами Ольга Канунникова. И сегодня мы будем делать с вами подсолнух из кожи. Вот выкройка наших цветков. Лепестки 4 вида. Большие 20 штук. Здесь где-то примерно 9 штук. 9-10. Теперь вот таких где-то штуки 4, 3-4. И оставшиеся вот такие я вырезала примерный размер. Это из остатков кожи можно вырезать вот такие лепесточки. У меня получилось 8 штук. Кроме этого, нам понадобятся вот такие листья. Один лист вот такого размера и один лист побольше. Кроме этого, из желтой кожи мы вырезаем вот такой пятилистник и вот такие три круга. Один зеленый, чуть побольше зеленый и вот такой большой желтый. Вот кожа, которую я выбрала, это вот такая желтая. Из них делаем лепестки. Вот такая черная. Черную мы используем для серединки нашего подсолнуха. Ширина где-то 2,5 сантиметра, а длина в зависимости от того, какой объем серединки вы хотите сделать. Я вот вырезала 3 вот таких полоски, где-то по 25-30 сантиметров, вот 3 штуки. Здесь вот, скорее всего, где-то по 30 сантиметров 3 полоски. Кроме того, я выкроила полностью все детали. Вот какие они у меня получились. И вот я вам сказала, что с остатков кожи вот выкроила маленькие детальки примерного размера. Они, видите, немножко по размеру чуть-чуть отличаются. Но это как раз нам не мешает, а даже наоборот помогает сделать цветок более интересным. Итак, теперь все готово для того, чтобы начать делать наши цветы. Вы как видите, вот наши полоски из черной кожи, я уже, в принципе, они уже готовы для того, чтобы делать серединку. Я их взяла и подстригла, но не до конца, не доходя где-то миллиметра 3-4 до конца. То есть вот эти три полоски по 30 сантиметров. И их мы будем немножко крепить вот на проволоку, такую двойную проволоку длиной где-то сантиметров 18-20. Теперь начнем обрабатывать все наши детали. Единственное, что один наш круг желтый, мы выкраиваем вот такой пятилистник из него, то есть круг делим на 5 частей, вырезаем 5 вот таких листиков. Вот, в принципе, из этого круга можно сделать не пятилистник, а, например, 12-листник. И из него будем делать бутончик нашего подсолнуха. Его обрабатывать вообще не надо. Что касается кругов, то вот, например, 2 таких зеленых круга вырезаем вот такие мелкие 12-листники на нашем круге. Как это делать, я вам покажу вот на таком, на большой детали. То есть, чтобы разделить круг на 12 частей, нужно сначала его поделить на 2, наполовину. Сразу отмечаем центр. Вот, потом поделить еще на 2 части круг, то есть уже на 4 части. Вот так. И теперь каждую часть еще поделить на 3 части. Это примерно где-то будет так и вот так. Одна часть, еще 2 части, одна часть, еще 2 части, одна часть, еще 2 части. Получается 12 частей. Теперь берем ножницы и, отступая, примерно находим центр. Центр где-то вот тут. И вот эти линии прорезаем, не доходя где-то
Ну, вот так примерно, где-то сантиметра до конца, до центра. Прокладываем. Вот такие прорезные линии. И у нас получилось, что круг разделен на 12 частей. Теперь из каждой части мы делаем маленький листик. Делаем его вот так. То есть вот у нас будет центр примерно. И мы его обрезаем с одной стороны и с другой стороны. Теперь здесь с одной стороны и с другой стороны. Подправляем. И вот таким образом. И так в результате должен получиться примерно вот такой круг с листьями, да, большой, и вот таких два поменьше. Вот. И теперь я хочу сказать, что зеленые, вот, то есть вот там, где бахтарма зеленая, некоторые листики, например, я взяла и оттенила. Оттеняла, то есть я их красила той же краской, что и красила шелковые цветы. То есть это краски для батика вообще. Красят, подкрашивают кожу акриловыми красками. Но так как я работаю на вот именно эти листья, эти части будут у нас зелеными, да, то они у нас будут прокрашены, то есть на бахтарме. А бахтарму можно прокрашивать и красками для батика. Вот они у меня такие получились поярче. Теперь все наши детали, даже те, которые вот будут использованы только на правой стороне, то есть на желтой стороне, мы все будем с вами обрабатывать нашим раствором фурора. Уже приготовленным. Как приготовить раствор, у меня есть маленький мастер-класс. Мы просто кладем на поверхность, ну, можно на пленку. В данном случае я журнальчик использую маленький. Кладем правой стороной на вот журнальчик. И по бахтарме мы промазываем полностью все наши детали клеевым раствором. Делать это можно быстро достаточно, и в зависимости от того, какая у вас кожа, мы будем оставлять этот раствор на 5 минут, на 10 или на 15. Вот у меня кожа достаточно такая мягкая, податливая, поэтому я даже делала так. Я полностью, пока обрабатывала все детали, уже после этого можно сразу уже переходить к их закручиванию. То есть не ждать дополнительного времени. Вот, мы обработали. Сейчас я вам не все покажу, я вам основные по одной детальке покажу, как это обрабатывается. Вот, то есть обрабатываем только бахтарму и все. Левую сторону наших лепестков и листьев. Кожа податливая, она очень хорошо впитывает в себя. Вот, и смотрите, мы ее обработали, и она уже приобрела такой вот вид, как у правой стороны. Как на правой стороне кожи, видите? Вот она уже стала такой похожей. Если без обработки, она какой-то выглядела пушистой такой, как будто бы бархатный. А после обработки она уже станет немножко такой погрубее, более похожа на кожу. На правую часть кожи, я имею в виду. Лицо. Вот. Сейчас, в принципе, уже наши детальки готовы, и мы можем их уже обрабатывать. Если у вас кожа погрубее, то надо подождать еще, ну, может быть, 5 минут, может быть, 10, может быть, даже 15 минут или больше. Тут
я советы не могу давать, потому что все же действительно кожа бывает разная. И толщина ее бывает разная, и качество ее бывает разное. И тут уже вот сами смотрите. И даже еще смотрите, потому если, допустим, чувствуете, что кожа плохо поддается обработки после нанесения ПВА, может быть, ее можно обработать и вторично, и даже третий раз. Ну вот смотрите, например, берем вот обработанные наши лепестковые круги. Мы их каким образом можем с вами обработать? Мы их складываем пополам, и тут еще вот в три раза, и вот так вот просто собираем их вместе. И вот таким образом скручиваем. В принципе, можно взять одинарный нож и пройтись одинарным ножом вот так по всем маленьким листикам нашего лепесткового круга. Если нет у вас вообще инструментов, то можно сделать вот именно так, как я сделала. Вот видите, просто взяла их по центру, вот так свернула, еще раз покажу. То есть вот сворачиваем, ну можно на правую, на левую сторону, все равно мне просто немножко влажные, не поэтому я вот уже свернула их все-таки вот так по левой стороне, так вот. И вот центр у меня, вот краешки. И просто вот как будто мы выжимаем, как белье выжимаем. Вот так мы и скручиваем. Ну, вот так. Вот что у нас получилось. Откладываем стороночку. Теперь смотрите, каким образом мы обрабатываем лепестки. Вот большой лепесток. Мы сворачиваем его пополам по правой. По лицу, вот так по лицу, половинку. Теперь одну сторону и другую сторону складываем вот так сюда вовнутрь и опять отгибаем. То есть получилось, как бы гармошкой собрали. Видите? Вот это верхушечка, это вот основание. И теперь, вот когда вот так вот собрали наш весь лепесток, мы его просто берем и вот точно таким же образом вот так скручиваем. Вот его основание, его здесь просто придерживаем за основание и вот так скручиваем. Все, наш лепесток обработан. То же самое делаем и с маленькими, со средними, и вот со средними. Здесь только наполовину и вперед. Тут больше уже никак не получится. Вот. И сворачиваем. И самые маленькие лепестки таким же образом. Сначала наполовину, и потом вот так вот к серединке. И закручиваем их вот таким образом. Что касается листьев. Листья мы сворачиваем напополам. И теперь только напополам здесь вот. Лучше свернуть вот так, конечно, вовнутрь. Ну, теперь надо свернуть таким образом, чтобы, сейчас я вам покажу, чтобы у нас вот они свернулись вот так, как будто бы прожилки у листиков были. Чтобы так сделать, это надо просто, смотрите, сворачиваем вот так. Давайте я вам покажу прямо на столе. Теперь поворачиваем вот так. Опять уворачиваем сюда, в другую сторону. То есть вот по косой, вот так вот по косой, ориентируясь к центру, мы собираем полностью весь лист. Так. Правая сторона у меня будет зеленая. Вот, поэтому я ее собрала вот таким образом. Видите? Вот.
он у меня как получился. И вот в таком виде я его оставляю. Таким же образом собираем и второй лист. Но давайте я вам еще раз покажу. То есть сначала мы складываем лист пополам. Вот. Именно той стороной, какая у вас будет лицо. Да? Вот это вот лицо, значит, вот по лицу вот так мы складываем. И теперь, как вот у нас идут прожилки? Прожилки у нас идут вот таким образом, да? Вот так вот они идут. Значит, таким же образом нам нужно сложить и лист. Поворачиваем его раз. Два. Три. Сгибаем. Это та же гармошка, только она у нас не прямая, а по косой идет. Видите, ориентируюсь вот по этому центру. Вот. Вот. Вот что у нас получилось на втором листике, видите? Вот. Вот так собираем и оставляем. И оставляем на, ну, я не знаю, минут, наверное, на 10. Можно на 5. Смотрите, вот эти листья я бы оставила минут на 10. Вот эти я, в принципе, могу вам уже развернуть. Вот эти немножко надо сохранить, чтобы они подсохли. Ну, не сильно, но, я говорю, минут на 10. Вот так. Эти я сейчас вам уже покажу. Я уже могу развернуть полностью все наши лепестковые круги и посмотреть, что у нас уже получилось. А вот примерно вот так вот он получился, наш лепестковый круг. Это вот в нем будут находиться, вот один я уже собрала, вот еще один. Здесь будет находиться наш бутончик. Ну, а вот большой лепестковый круг. Мы его также разворачиваем. Опять же, заметьте, мы каждый листик мы просто разворачиваем и стараемся сохранить форму вот этих маленьких листиков в лепестковом круге. Их вот прям распрямлять нам не абсолютно не надо. Надо наоборот, чтобы вот сохранились какие-то изгибы, загибы у него. И потом по центру, вот в центре, надо обязательно сделать дырочку. Дырочку можно делать так, как я, ножницами или шилом. Вот смотрите, что у меня получилось вот с большими, да, вот. Где-то вот так вот у меня будет примерно. Вот. Таким образом. В принципе, вот, даже вот так надо делать, вот. Вот таким образом у меня будет выглядеть бутон. И тут еще будет бутончик. Вот так. Что касается лепестков, мы их разворачиваем. Вот основание. Опять же разворачиваем аккуратно. Вот. Сейчас смотрите. Вот это основание. Вот. А вот это кончик, вот кончик, верхушечку можно оставить вот такую загнутую, да, как вот она есть. Тут немножко, чтобы линии шли. А вот это место уже можно немножко растянуть, но таким образом, чтобы вот это вот кончики, видите, были загнуты вовнутрь, так вот на изнанку, да, на изнанку. Чтобы вот это вот оставалось на изнанке, а вот это была правая сторона.
Вот примерно вот такие листики должны получиться. Я сейчас вам покажу, как они у меня выглядят, потому что я их уже, в принципе, сделала. Вот такие большие листики у нас получились. Примерно такими же мы делаем и остальные листья. Вот они у меня какие. И они делаются таким же образом. То есть вот так мы распрямляем все. Вот здесь чуточку растягиваем. И вот эти вот кончики уже здесь, вот у маленьких лепесточков, да, их можно даже загнуть и на правую сторону. Вот так. Вот такой вот листик у меня получился. И второй листик. Опять же аккуратно расправляем вот это основание. А верхушечку мы стараемся не трогать. Мы вот здесь вот серединки немножко подтянем. Потом вниз еще немножко, вас в стороны потянули, немножко можно вниз. И вот чуточку вот так вот можно загнуть вовнутрь. Потому что вот эти лепестки, они у нас будут прям около самой серединки нашего цветка, нашего подсолнуха. Вот так у нас получились лепестки. Теперь давайте с вами раскроем наши листья. Начнем с маленького листика. Мы его просто аккуратненько уже берем. Он у нас уже подсох. И вот так прям очень аккуратно, прям очень аккуратно вот так разворачиваем. Смотрите, какая красота у нас получилась. Вот так выглядит наш один лист. И теперь раскрываем второй. И глядим на правую сторону. Вот так выглядит наш второй листик. Вот. Он выглядит вот так. Пока мы их отложим в сторонку, потому что нам еще в них, с ними надо будет поработать в дальнейшем. А пока мы займемся с вами изготовлением светильки. Берем наши уже заготовки. Вот три такие полосочки ткани, кожи. Длиной по 30 сантиметров, 3 штучки. Нам надо еще, кроме этого, как я вам говорила, проволоку длиной где-то примерно 20 сантиметров складываем напополам. Разрезали все полосочки. Взяли вот здесь вот, одели, ну, где-то вот так вот примерно. Схватили, закрепили нашу проволочку. И теперь нашу проволоку мы должны, так, давайте-ка я сделаю это вот по бахтарме, все-таки покажу вам, потому что бахтарма легче, легче оклеить, и поэтому лучше клеить по бахтарме. Вот так закреплю проволоку. И теперь мы просто берем клей ПВА. Я беру в данном случае вот мой любимый, который я использую, момент D3 универсальный компании Henkel. И проклеиваю немножко, чуть-чуть его накладываю прямо вот на ту часть, которая не прорезается, на нижнюю часть. Вот. И теперь берем и просто вот так скручиваем все вокруг нашей проволоки. Это у нас будет серединка нашего подсолнуха.
Теперь нам нужно это сделать все, использовав все три полоски кожи, черной кожи. Вот после того, как мы уже проклеили первую часть, у нас уже получается, видите, вот такая серединка. Теперь мы берем вторую часть, мы также ее проклеиваем, наносим на нее клей, наносим клей также уже сразу и на третью часть. Вот, и полностью все эти три части собираем вместе. Секунду, вот здесь мне надо еще соединить основание. Вот, и скручиваем все дальше. Она у нас не такая большая, то есть если вы хотите большую серединку, надо, значит, еще больше сделать полосок из кожи и нанести, значит, дальше обкрутить нашу серединку, чтобы она была еще больше. Но для того, чтобы наша серединка еще более оказалась реалистичной, теперь возьмем черные тычинки и наклеим вокруг нашей серединки.